Привет. Хотел показать, как править трейдинг в поле модели. Если вы моделирование получаете что-то вот такое. Отключу. Или если удалить кастомные нормали, даже что-то такое, то можно, в принципе, это легко исправить. Катером weighted normals. Вуаля. Но некоторые моменты он не исправляет. Вот, например, вот такой артефакт. Здесь много треугольников сходится в одну точку. И, видимо, алгоритмы Blender не могут понять, как ориентировать Vertex Normal этих Vertex. Вот как это можно исправить? Это мы можем исправить следующим образом. Можем выбрать Vertex, у которого ориентация на нормале нормальная. Вот этот. Нажмем, выберем нормале, кстати, Alt-N и копируем его вектор. Потом выберем все вертексы с правильным нормалем N и вставляем вектор. Все, у нас это дело исправляется.